Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Вижу патрончики от дробовика. Это ружья. Вот. Какая-то комната с фотографиями, рация тут. И документ. Дневник швейцара. Давайте почитаем. Итак, дневник швейцара Энди. 6 сентября. Я никогда не видел его, но слышал, что какой-то Винсент стал главнокомандующим города. Официально он элита, посланная штабом Амбрелла. По правде говоря, он такой злодей, что, не задумываясь, убил бы своего друга, если бы это продвинуло бы его по службе. Хорошо, что я живу здесь, в этом темном коллекторе, и это не означает для меня ровным счетом ничего. 20 сентября. Я слышал отвратительную сплетню. Новый командир Винсент приказывает персоналу завода делать дикие эксперименты каждый день с детьми, которые привезены со всего мира. Я даже не знаю, почему эти дети были привезены в этот город. Но это меня беспокоит. По крайней мере, я не хочу быть вовлеченным, пока меня это не заденет. 10 октября. Кажется, что какой-то ужасный несчастный случай случился на поверхности вчера вечером. Я не знаю деталей, но я слышал, что управляющий Винсент совершил кое-что ужасное. 9 ноября. Сегодня, наконец, управляющий Винсент приехал сюда для осмотра. У нас состоялась светская беседа, но я увидел в нем столько жестокости, когда я сделал его снимок на память. Он очень рассердился. Он не настолько глуп. Как-то так. Картинка. Нет. Это я? Я Винсент. Это все моя вина. А ты кто такой? Подожди, подожди. Пожалуйста, не убивай меня. Я о тебе тогда ничего не знала. Остановись. Почему переводчик все это переводит все в женском роде? Так, все, да? Здесь больше ничего нет. Вроде был мальчишка. А, перевод был, я ничего не знала. И да, друзья. Судя по фотографии и то, что было написано в файле, пока все указывает на то, что мы реально Винсент. Так. Да, получается какая-то канализация, да? Ух ты! Ух ты, ух ты! Оп! Так, 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 так. Ух ты! Он еще языком чпокнул нас. Неожиданно, неожиданно так. Так, давайте, я думаю, нужно принять, наверное, зеленую травку, да? Использовать. Отлично. Норма. Итак, мы вылезли на поверхность какую-то.
Так-то дверь у нас получается закрыта, да? Да. И пока один, пока развилок нету, пока один проход. Парадайз, это, я так понимаю, какой-то кинотеатр, что ли? Да. О! Чувачков здесь сколько. Так, а куда этот делся? Или... А, оба что ли сдохли? Нормально. Так, что мы здесь имеем? Ресепшн. Тоже нифига нету. Присон. Тюрьма. И офис. Так, тут закрыто. Здесь что у нас? Что-то сидит, скучает тут. Ух ты! Такой маленькой комнатушки здесь столько зомбарей. Отлично. И еще один. Ложись, ложись. Так. График дежурства охраны. Запись записана здесь. Ну, в принципе, здесь ничего такого больше нету, да? Здесь надпись Umbrella. Так, ключ от камеры. Это получается тюрьма, да, какая-то? А это кабинет шефа, наверное. Так, и документ. Дневник начальника тюрьмы. Ну так и есть, да. Давайте почитаем. Так, дневник начальника тюрьмы. 20 октября. Сегодня вы получили ответ на ваше сообщение об инциденте, когда на днях 20 подопытных свинок совершили самоубийство. Кажется, у штаба нет никаких подозрений. Они говорят, что планируют добыть новых подопытных очень быстро. Теперь уже очень поздно, но я начинаю сожалеть, что я послал ложное сообщение об инциденте массового самоубийства, когда это было фактически массовое спасение. Однако, пока я остаюсь в этом городе, если я посилен выступить против управляющего Винсента, это означает смерть для меня. Я никогда не забуду чудовищную улыбку Винсента, когда он стрелял в мальчиков, которые пробовали сбежать из тюрьмы той ночью. Это выглядело так, будто он убивал насекомых. Управляющий Винсент действительно очень хладнокровный человек, каковым он является не только по слухам. Он настоящий убийца. Я нахожусь в положении, в котором я должен сообщить правду штабу, Но я также боюсь управляющего Винсента. Я не знаю, что делать. Ну, нифига себе. Судя по файлу, Винсент, то есть мы, наш главный герой, убил кучу детей. 20, что ли, там было написано, да? Ух ты, снова.
появились зомби. Последний, да, остался? Отлично. С этими разобрались. Так, ну здесь ничего, да? Одна дверь, которая ведет к камерам. Сейчас посмотрим, что там. Так, пусто. Какая-то веревка, что ли? Трос. Походу тут все различные вещи охранников тюрьмы. Все люди в этом городе закупаются в одном бутике. Все в одинаковой одежде. Так. Закрыто с другой стороны. Понятно. Что у нас? Ничего. Ну, направляемся к камерам, собственно, к самим камерам. Ну, сколько их тут? Ух ты, что-то они сами подохли. Так. Еще сзади двое. По шагам слышал, что у вас тут несколько. Его шея была перерезана бритвой. Жесть. Так, еще один файл. Дневник юноши. Так, дневник заключенного в тюрьму мальчика. 5 сентября. 16 дней прошло с того дня, когда я был похищен мужчинами в черном на улице Конго и был доставлен сюда. Сначала я не понимал, что случилось, но постепенно узнал правду о том, что происходит в этом городе. Мы, кажется, заключены здесь, чтобы служить подопытными свиньями для медицинской компании под названием Корпорация Umbrella. Все жители этого города являются работниками Umbrella, а женщины и дети – членами семей служащих. Подопытные свиньи, кажется, собраны со всех континентов. Парень в соседней комнате из Китая, в комнате перед моей из Бразилии, остальные русские и японские. Это похоже на всемирную выставку. Странно, что все они примерно моего возраста, самому младшему 16 лет, а самому старшему 19 или 20. Те парни из Umbrella иногда водят нас в галерею или что-то наподобие клуба. Таким образом мы можем расслабиться и снимать свое напряжение. Но я не позволю им обманывать меня. Я сбегу из этого места, независимо от того, каким образом мне придется это сделать. Я должен так или иначе сейчас собраться всем вместе для того, чтобы совершить задуманное.
10 сентября. Недавно другие подростки вели себя странно. Кажется, они помещают что-то сверхъестественное в нашу еду. Я иногда тоже теряю сознание. Я должен быть осторожен. 21 сентября. Я не могу поверить. Одного из моих друзей, Чина, из соседней комнаты увели на фабрику на горе. Я уже не думаю, что он вернется. Его ожидает та же судьба, что и Анну и Джейкоба, которые исчезли на прошлой неделе. Я знаю, что случается с теми, кого уводят на фабрику. Когда они взяли меня в ночной клуб вчера, я подслушал беседу нескольких фабричных рабочих. Согласно указаниям Винсента, управляющего фабрикой, они вскрывают подопытный мозг и извлекают из него какое-то вещество. Я не помню, как они называют это. Все, что я могу сказать, что Винсент дьявол. Нет, не только Винсент. Даже женщины и дети в этом городе относятся к нам не как к людям, а как к морским свинкам. Все люди в городе злые. Меня наверняка убьют, если я останусь здесь. Мы должны поторопиться и выполнить наш план побега. 9 октября. Время наступило. Я заметил, что люди Амбреллы были сильно встревожены в течение примерно недели или около этого. Ходили слухи, что произошел ужасный несчастный случай в лаборатории Амбреллы, где-то в Америке. Все тюремные охранники теперь были заняты, собирая информацию относительно несчастного случая. Таким образом, контроль за нами был ослаблен. Мы с товарищами уже все подготовили. Стойкович и Энрикес должны были украсть ключи у охранника. Санхан и я будем действовать как приманка. Йошикава и Филиппе отвечают за собранное оружие. 10 октября. Мы решили, это наш выход. План будет осуществлен в 11 часов вечера сегодня. Нас всего 20 человек, разделенных на две группы. Группа А и группа Б. Группа А выйдет в коллектор через отверстие вентиляции в камере, в то время как группа Б при помощи веревки спустится вниз под наблюдательной башней. Мы используем веревку, которую они связывали нас. Если мы потерпим неудачу, то Винсент, конечно, убьет нас. Но если мы останемся здесь, то Винсент прикажет, чтобы каждому из нас вскрыли череп. В конечном счете. Мы мертвы в любом случае, но я предпочитаю умереть, пытаясь сбежать. Да, я так полагаю, это вот документ одного из членов группы заключенных, которых перебил Винсент при побеге. Перерезано бритвой. Да, конечно, ужасно. Но мы взяли веревку, и такое ощущение, что нам придется тоже так же, как и они, эти заключенные, спускаться по башне или что-то там в этом роде. Итак, у нас снова развилочка, да? Ну что, как и говорили, против часовой стрелки, да? Так, я вижу там, похоже, ружье, да? Отлично, мы подобрали ружье. Так, кто-то еще там ходит. Отлично.
А, ну это, в принципе, не развилка, не часть развилки. Здесь просто было как секретик с ружьем. Вот. Ну тогда что там, против часовой стрелки спускаемся вниз по лестнице. Опа, опа, опа. Опа. Повылазили. Тоже какие-то заключенные, что ли? Давай, перезаряжайся. Еще живой, что ли? Отлично. Повыпрыгивали, блин. Ну да, это получается тоже как камеры. Спусто. Так, и зеленая травка. Ух ты, ух ты! Мотыльки! Ух ты! Кусил все-таки. Да, друзья, таких мотыльков мы видели. Да чтоб тебя! Воу-воу-воу-воу-воу! Так, один готов. А, нет. Я думал, я убил его. Теперь готов, походу. Так, и второй готов. Да, смачно. Таких мотыльков мы видели во второй части. По-моему, во второй, да, во второй части Резидента в лаборатории. Помните, да? Где надо было компьютер там ввести что-то, или пароль, или логин, что-то такое, там, не помню уже. Вот. Ну, хорошо, что хоть нас не траванули они. Они, по-моему, тоже травят. Так, отверстие, в которое можно пролезть. Я могу туда проникнуть с веревкой.